Ты заначку прячешь? Так. Где аккумулятор? Я той стороны поставил, забыл уже как правильно. Давно не подходил к своему любимцу. Это самый ценный агрегат из движимого имущества, которое у нас есть. А я? Как же я? Ну, после тебя, конечно. Слышите, видите, даже цепи еще на колесах. Ну, середина лета, пора, наверное, уже снять, да, или до зимы подождать. Вот если бы не косить, то можно было и оставить. Действительно. Их одевать еще та песня. Ку-ку. Все? Подсоединил бульбулятор? Заведется, нет? А то опозоримся же. Будем косить, готовиться. Косилку вешать. Всякие штуки ставим. Даже ничего не накачиваю, прям так. Хороший чешский стартер. Должен завести его. Я в этом ковше сидя липу собираю. Сейчас снимем цепи. Пока висит у нас лопата задняя, мы выйдем за ворота и кое-что там сдвинуть попытаемся. Сегодня или завтра ее скидываем и вешаем вот ту косилку роторную. Будем косить поле, которое вот вокруг пруда. Вы хотите посмотреть, как Саша на тракторе что-то там делает? Тогда сами снимайте. У меня времени нет его снимать. Ну ладно, только ради вас. Ну все, ландшафтный дизайнер. Не иначе. Все, молодец. Возьми с полки пирожок. Здесь видишь, дело в чем? Здесь пень рос. Да я знаю. И сухо очень, вообще земля как бетон, никак не двигается. Ну так более-менее шибли макушку. Да. Нет, на самом деле немножечко еще граблями вон там будет разровнять, и все вообще шик модерн. Нет, я разровнял немножко граблями, поелозил. Угу. Вообще идеально, я говорю. Все. Надо нам ДТ-75 иметь в хозяйстве еще. Так, а я-то думала, что нам надо в хозяйстве? Что-нибудь подпланировать, там, разровнять. У нас в семье был, кстати, такой трактор. Казахстан с круглой кабиной, но мы его профукали. Да. Это было 1000 лет назад. Не в нашей прям семье-семье, а в его семье-семье профукали. Да. В нашей фиг, что ты профукаешь. Трактор был дедов. После капремонта. Что ты за ремень нашел? Вот это вот мы ремень, выкопали. Сетка. Выкопали. Не ремень, а какой-то линолеум старый, что ли. Да? Давай пороем, может, еще мужика найдем какого-нибудь, нет? Что-то мужиков мало, что ли? Мужиков много не бывает в деревне. Знаешь, с таким мужиком
Не надо много мужиков. Не пропадешь. Ладно, ты ворот закрываешь, все? Я хочу вот еще вилки показать. Смотри, какие я нашел. В земле тоже. Я говорю, надо искать. Может, где-то там. Раз и вилы, и ремень. Так, ну металл мы более не выкидываем, да, как я опрометчиво делал. В прошлом году нас на помойку вывез где-то. Вот такой прицеп металла. А потом осенью собрал мелочевку, в портере отвез, получил 6 тысяч. Думаю, какой же я дебил, я там точно 10 выкинул. Ну, не выкинул, я оставил другим людям, чтобы они подобрали. А ну, надо ничего. Было самому сдать. Прошлым летом мы могли себе это позволить, в отличие от этого. Это да. Так что иди. Может, добрые люди еще где-то что-то так же выкинут. Мы подберем. Все? Да. Защита. Защита, чтобы камень в голову не прилетел, откосился. Или бутылка там какая-нибудь в кустах забытая. Я уже разбивал, к сожалению, вот это вот стекло. И вот это вот стекло не разбивал только по причине наличия вот этой защиты. Сюда можно, конечно, тоже что-то, какую-нибудь фанерку приделать, но без этого стеклышка очень неудобно контролировать механизм предохранительной вот этой косилки. Поэтому не ставлю. У меня стекло есть запасное. Буду надеяться, что не повторится у меня такое ЧП с этим стеклышком. Все, сейчас я присоединился, подключил. Да, поедем косить. Знаете, как я это снимаю? Я вешу на столбе. Ну вот, в общем, сам процесс покоса завершен. Вот такую плантацию и с той стороны еще нашего участка Саша скосил. Вот собирает. Так, значит, вот эта трава, видите, плохая, лопухи, тут всякие трубки-палки, это идет в компост. Компост мы делаем вот тут. Вот такие вот горы травы каждый год Сашка собирает. Вот под дальней горушкой у нас куриный помет складируется. И для того, чтобы он быстрее перегорел, и чтобы не так пахло и видно, что называется, чтобы не было особо. Вот сверху мы засыпали эту кучу травой. Вот эта же куча, это прошлогодний компост трава исключительно. Тут может быть с редким вкраплением навозца.
И здесь Саш делает кучу компостную, именно травяную, из растительных компонентов. Периодически эти кучи переворачиваются и периодически проливаются. Последний раз, по-моему, Байкал он использовал для того, чтобы они быстрее горели. Еще какие-то штуки покупает, бактерии, для того, чтобы быстрее поджечь эту кучу, для того, чтобы быстрее компостировалось все. Вот такая вот работка у него сегодня. Так, и покажу вот здесь несколько полос. Травка очень хорошая, нежная, потому что косим мы здесь не первый год. Вот, видите, такая вот, она идет на сено. Мы сено это заготавливаем в небольшом количестве. Ну, скирда одна получается небольшая. Стожок такой. Это для наших курочек, чтобы стелить в гнезда. Ну и сено в любом случае нужно. Если без сена, я не знаю, конечно, зимой все равно чуть-чуть надо. Хотя у нас нет скотины, которая ест сено. Вот, пока. Я надеюсь, и не появится в ближайшее время. Вот, то сено все равно нужно. Сенокос, короче. Ну вот лопухи, палки в компост. Все выборочно, избирательно тут. Сушь, конечно, такая, даже не сочная, нифига, трава. Сегодня только скосила, он уже сено можно собирать, мне кажется. Да? А? Сено уже можно собирать, говорю, такая же сушь, только скосил сразу. Ну вот, да, вот туда. Прям вообще. Подсыхает мгновенно. Нет, конечно, не собирать, но переворачивать уже. Собирает то, что не годится на стену. Ну, то есть вот это не будешь собирать, правильно? Здесь я еще хорошее. Ну, поверь, ну, смотри, сколько у меня нормально, зачем я буду. Потому что здесь Вика. Вики там тоже. Да? Тоже? Ну ладно. Все. Потому что ты же ведь не даешь козу завести, я поэтому особо не заготавливаю большое количество. Тебе мало коз в доме? Ну да. Если ты заведешь другую козу, я тебя забодаю, я тебе серьезно говорю. Вот. Сколько здесь площадь, Саш? Ну, примерно. Гектар есть? Гектар? Да нет, гектара нет. Ты чего? А Герман Стерлигов сказал, что человеку для нормальной жизни 20 гектар надо. Земли для семьи. Я не знаю, что можно делать с 20 гектарами. Здесь 25 соток не обработаешь никак. Вот. Несколько тракторов и детейчек 20. Каких тракторов? Лошадь одна и телега. И плуг такой вот конный. Не придумывай. Тракторов, он сказал, не надо. От машины надо отказаться, но сам ездит на машине. Ну ладно, я не столь хорошо изучала его автобиографию. Вот тут он все скосил. Я надеюсь, вам видно лучше, чем мне, потому что мне ничего вообще не видно. И вот так вот. Ну, там я кашу у памятника, видите, где более-менее зеленая травка. А он косил вот там, за теми березами. Так, и вот здесь вот, вот туда. В принципе, все. Вот тебе покосик. Все, как бы разберемся мы с покосами со всеми. И будем, я надеюсь, приступим к строительству, наконец, уже этого навеса для индейки. Вот. Надо и курятник доделать, короче, и полы надо перестилать. В маленьком курятнике куча дел. В общем, будем стараться все успеть. Вот ты знаешь, я же тебе 100 раз говорил, вот если бы мы курили, мы бы отдыхали. 5 минут в час. Это значит, блин, час в день. Ты просто отдыхаешь, понимаешь? И все. Закурить, что ли? Я вот тоже уже думаю. Как-то не решаюсь. Можно вообще отдохнуть, устроить себе отпуск. Это запить. На месяц. В запой уйти, как здесь принято обычно. И 3 месяца потом лечиться. Как у наших людей принято, да. Нет, потом болеть еще 2 недели, наверное. Но это лайтовый еще вариант. Да? Обычно болеют столько, сколько пьют. Ну, просто я помню, что-то так по детству, что... Были такие ситуации среди родственников. Вот дождик пошел. Отлично. Мы же косить едем. Но нам, в принципе, все равно. Мы просто косим, сушить не будем. Едем на те 2 участка,
наших косить траву. Последний покос в этом году. Вон наша косилка болтается сзади. Защита на месте. Я такой тут и сижу. Все, вперед. Работать. Так, ну вот мы прибыли на место. Там вон с черным фронтоном это наш первый домик. Вот эти вот с этой стороны два участка по 25 соток это вот наши. Сейчас мы вот эти вот два участка будем косить. Так, косилка приводится в рабочее состояние вот таким вот образом. Снимаем стопор, снимаем эту тягу. Сейчас я попытаюсь одной рукой это сделать. Косилку двигаем вот так. Сейчас покажу вот так сюда. Так, косилка вот так вот у нас перемещается сюда вот таким образом. И нам надо вот этот механизм предохранительный одеть на палец. Вот так. Одной рукой получилось, значит, шайбочку и стопор. Все. Вот готова к работе косилка. Еду я на тракторе. Вот так это выглядит. Ну все, понятно. По селу родимому. Еду на свиданию с мыслью единою. Еду я на тракторе, пыль столбом по улице, весь в атласном галстуке, сам собой любовь. Еще вот здесь это получается задняя часть участка моего неогороженного, вот того дома, чтобы весной, когда поля горят, близко огонь не подошел. Но я надеюсь, что это поможет, хотя вряд ли. Все, сейчас еще вот с той стороны забора обкосим. Получилось так, что подхалтурил 1000 рублей, скосил еще участок соседу. Нормалек. Правда, косилку чуть ли не убил у него на участке. У него там две колеи больших от машин грузовых, песок подвозит, бетон. Ну, короче, все равно, вроде бы, как ничего, обошлось. Все, едем косить возле забора. У забора прокосили. Забору близко не получилось. Здесь ива и канава большая. В общем, вот так вот сделали. Где-то 1.5 метра от забора. Но я думаю, достаточно будет, чтобы здесь трава не росла, сухостоя не было. И весной мы так себя обезопасили от лесных, от полевых пожаров. Так, ну все. Косилку в транспортное положение поставили. Все скосили. Едем домой. Здесь получается два участка по 25 соток, и я еще за пределы вышел где-то 3 метра в стороны, и сзади, и спереди тоже. Ну, я думаю, что 0,6 гектара, так вот скажем. Всем спасибо за внимание, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все хорошо. Покажи руку. Ну как так можно было порезаться, а? Мить надо. Ну что с тобой делать? Скажи мне, пожалуйста, я не могу найти бы ни оцен. Да бей меня. Нет, есть еще вариант. Пентовит в клюв, алюмиспроем набрызгать и все. Ну, кстати, а что нет АСД? Три. Как ты спать? И вонять буду. А как я-то спать буду? Ты будешь спать, вот именно. Что тебе надо, блин? Это не мешает тебе видео монтировать? Нет, это не мешает видео монтировать. Хорошо.